Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, Донни, Фанни, мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это шоу «Битва за тачку». Всем привет, пацаны. Здорово, бандиты. Короче, пацаны, для новичков рассказываю, получается, Донни для нас спрятал вообще в рандомном месте на карте тачку, и именно по подсказочкам в виде фотографий, которые будут появляться на экране, мы должны ее найти первым и назвать марку. И тогда у нас, получается, будет выбор из трех рандомных тачек. Потом у второго будет как раз-таки два выбора на тачку. Ну и также ведущему Донни также дадим два выбора. Все очень просто, и я предлагаю, пока буду лететь, уже скинуть первую подсказочку. Все, я отправил. Кстати, начать. Да, давай, братуха. Так, понятно. Что там? Что там? Просто ферму Дрелся. Скинул, короче. Прикольно. Ферма Кентов? Ну, это, короче... Где провода подвешены, ферма называется. О, а это пальцем в небо. Блин, это в натуре, это прям, знаешь, такое ощущение, будто это за городом везде, где-то. По всей карте. Либо же... Тик-так, знаешь, так, где-то в Сэнди Шорс может что-то... Так, блин, да вообще непонятно на самом деле, вот... Это вот везде. Чё. Да, и вот и чё, куда ехать? Какие-то ну, мне кажется, через Хотя, минуту знаешь, можно новую подсказку. Можно, конечно, посмотреть в промышленном районе, потому что, ну, в городе, как я видел... Ну, там пальма, тоже нужно смотреть. Как не я сейчас вижу, есть. Тут вообще нет таких, как бы, вот столбов. Это там, может быть и где знак, Вань, вот. Там тоже. Вот эти вышки электрические и пальмы там ну, есть. Ну да, кстати. Ваня, ты вообще, давай, хоть так, может, подскажешь, шо, куда нам ехать? О, подожди, вижу. Езжайте в Политобей. В Политобей? Стоп, я вижу эти фермы. Вот, они получаются так. Но это полбеды, а куда ехать? Так, она какой формы вообще, подожди. А, она даже закругленная, то есть она прямая наверху получается. То есть. Я не знаю. Че, еще у нас кнут? Фань, есть какие-то догадки? Да, надо кинуть вторую подсказку, потому что. Блин, это сложно. Это very... Ну, это давай же. Так, вторая, получается, уже на подходе, и там скинул. У нас что? Билборд. Манхут? Манхут. Билборд, манхут. То есть нам нужно искать рядом ферму и билборд. Почему ферма-то, подожди? Ну, называется так, боже. Анкерная опора. Ферма. Так это не только там, это по всему городу. Но да, это да. Сама конструкция называется так. Слушай. Я говорю, что буду ездить по билбордам всяким. Вот какой-то билборд. Манхут искать? Ну а чё иначе? Так, это не манхут. Это какой-то гудхут. Манхут, да? Боже. Стоп, покермон какой-то вижу только. Это не красная. Так, нам нужно на билборде найти красную тачку. Я нашел манхут. Ты нашел манхут? Ну это может быть не тот манхут. А, то есть, ну в натуре, то есть рядом ещё... А, он сейчас перекрасился, когда ближе подъехал. Чё? Донни, это твои руки? Да, я билборды крашу, пока вы там едете. Так, подожди, это манхут? От прорисовки зависит, видимо. Но я сейчас чекну, конечно, это место. Где манхут, я не пойму, ребят. Кстати, я не пойму, мы уже написали в комментариях о том, что мы уже нашли это. Мы уже знаем, где оно расположено. Что, скинуть подсказку? Подожди. Да, скидываю? Кидай третью, да, как раз таки посмотрим, где она вообще может быстро найдем. Все, отправил. Так, третья пришла. Ага. Что такое? Так, это... Стоп. Стоп. Я сейчас прямо Чё за завод? Возле этого писюна. Это же он? А, ну я это же он, это он, подожди. Нам нужен манхут. Ферма, манхут. Вот этот писюн, получается. То есть, если ты смотришь вот так вот, то получается где-то здесь. Где? Ребята, где? Стоп, то не то. Так, вольт. Тони Старк? Подожди, вот какой-то билбордик. С этой стороны он какой? С этой стороны он не манхут. Короче, не билборд стоп. Не показатель. Стоп. Так, то тут вон на нем, да. Подожди, вон еще какой-то билбордик, я вижу. Фанни, ты вообще где сейчас? Я выезжаю. О, сиськи. Я выезжаю. Куда ты выезжаешь? Я выезжаю! Детектив Шафт выезжает. Блин, я внутри. Подожди, стоп, я вижу этот писюн, но я не вижу ни фермы, ни билборда. Я вижу, я знаю точно, что там. Что будет что-то плохо вечером. Где? Еще одну скинуть подсказку? Давай, я не знаю, где это. Четвертую скидываю подсказку. Блин, я еще не доехал до того места. Подсказочка у нас как бы и... с подсказкой. Пальмы. Пальмы парами. Пальмы рядом с этим писюном, где пальма. Там указатель какой-то есть. Вижу пальма. Вон пальма. Или это не то? А где еще пальмы?
Все может быть, все может быть. Фанни, ты вообще молчишь, ты вообще там что? Я еду, я просто слишком быстро подсказки идут. Я вижу подсказку, еду туда и не успеваю доехать, уже новая подсказка просто. А ты уехал, вообще запретила города сначала? Во, подожди. Нет, сейчас выезжаю. Вот опора получается, вот эти пальмы и билборд рядом. Так, стоп, стоп, стоп. Вот ты сыщик, Диман. Стоп, 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 на этом Манхут, то есть где-то здесь. Это где-то здесь, то есть получается нам нужно опора, но, видимо, это здесь где-то, да, то есть я еду на завод. Где-то снизу? Еб на завод? Где-то что-то снизу у нас стоит? Еду на завод, да. Ребят, у нас что-то снизу стоит или нет? Я вот, блин, я может что-то вижу, не могу найти. Это что, это мини-купер? Да. Это мини-купер, да! Да вы где? Подожди, а вот это опора, да, получается? Как так Диман нашел? Офигенно, слушай, да я просто по писюну ориентировался, потом по пальмам, короче, пальмы находил. По писюну ориентировался он. Я нашел, получается, прыгай на нас, вот. А я не к тому заводу приехал, ну-ка. Фух, это было пота на самом деле, это было интересно, кстати. Это было интересно, еще по времени, кстати. Мы затратили на все про все. Где-то около 5+ минут на поиски. Это в городе, а ты где ездил? Ты вообще не понял, что ли? Я поехал. А, прикольно. Где? Ладно, ребята, так завод? Как я, получается, нашел тачку первым, то, получается, у меня есть выбор на 3 рандомных автомобиля, поэтому мы сразу идем в Vehicle Spawner, рандом Vehicle, и у нас первая нормально. Фигня. Такое себе, мне это не нравится. Таких еще 2, будьте добры. Нормально, пока все устраивает. Пожалуйста, дай какую-то спорт-тачку. Хорошо. Короче, я, наверное, Хаммер возьму, потому что он более-менее быстрый. Так, сейчас я тоже, давайте заспавню. Да, получается. А давай, Фаня, ты спавни. Фаня, давай, у тебя две попыточки, да, две, и потом да, у меня. Давай. О, дерьмо. Ну, гольф, типа, да? О, не лучше, кстати, вообще не лучше так. Чего? А это считается? Ну, типа, да, наверное. Ну, это не машина. Ну, ладно, окей, хорошо, давай. Ёптель. Слушай, ну, я выберу малышку. Малышку? А чё за херня с ней с рандомом, алё? Я, кстати, тоже не знаю, но, типа, ребята, рандом вообще нам не выпал крутые суперкары, но зато у нас есть такие, знаете, среднячок, интересные машины, которые мы проверим на испытаниях. Погнали, пройдём. Итак, друзья, мы прибыли на испытание под названием Drag Racing. Давай, Дима, отчёт. 1, 2, 3, погнали. Хаммер против Гольфа против Ниссана. Ооо, нагнетатель задул. У меня. Так подожди, а вы тачки прокачали? 120. Да. А ты нет? Нет. Так. Вот так вот. Отлично. Рапсодия у меня написана. Ну, мне все равно не помогает нифига. Хаммер вроде как пытается догнать Тони, но, ребята, это тщетно, я так понимаю. Догоняешь. 130. Я 135 еду. 150. У меня на переключениях до 130 скидывают. 35. И я сейчас да, у меня тоже такая была система. Да, нафиг, ребята. 38. Короче, 140 у меня было. Да, но все равно Фанни забрал наш первый балл. Вот, и получается у нас Фанни по одному баллу, до не ноль. И мы идем на следующее испытание. Итак, друзья, далее у нас будет скилл-тест. Мы должны пройти вот эту трассу на время. И победил тот, у кого время будет наименьше. И получается из нас, кто будет первый? Ты? Давай я. Фанька, да. Окей, тогда мы сейчас запускаем секундометр, и в принципе, ребята, через 3, 2, 1. Ты готов, родной? Да. Погнал. Понял. Так, ребята, смотрим. Кто она кренится? Чего? Чего не берется? Нормально. Это да, это такой. Это жопа. Давай, ну в принципе пока идет неплохо. 14 секунд, 15, медленно. И он уже прошел два этапа, да, у нас. Да. Так, у нас кармашки здесь идут дальше. Ну и я надеюсь, что. Я боюсь резко поворачивать. А, он улетит на ветряках, так, отлично. Застрял немножечко, потерял. Димон, мы с тобой на ветряках улетим точно. Ну, может быть. Либо повезет, как обычно. Так, в смысле. Да! Такие крики. Да, да, кстати. Блядь, что со скоростью? Давай, время идет. Да, вон где. Давай. Уже, получается, минуту проходишь. Да, блин, какашка. Так, ну ты 50 секунд идешь. Да что так долго? Давай, родной. Еще есть время. Еще, в принципе, ты можешь пройти. Да, спасибо. Да, прошел, родной. Слушай, ну теперь у тебя ровно минута, и у тебя есть еще шансы, как бы, показать лучшее время. Среди показать всех все, что скрыто, этапов, да? Этапов, ну или же, да. Все, а у меня еще там жердочки, понимаешь? Жердочки? Да. А у тебя тачка же низкая. О, ну, кстати, да. Я думаю, это не проблема. Это не проблема, я думаю. Изи. Изи подвесочка нормально работает. Минута 17, запоминай. Долго. Минута 17. Так, ты готов, родной? Давай. Раз, два, три, пошел. Поехали, разгоняйся, давай. Так. Ну ты идешь получше, мне кажется, да? Nice. Я, в принципе, знает. Помню на этапах, Чироки, какое типа, было да? время у Фани, поэтому я могу минуты 17, тебе сказать, если... Ну, в принципе, идешь так же, как Фани.
На ветряках. На буквально сразу. Полсекунды опаздываешь. Да. Да-да-да, на ветряках будет сразу понятно, как мне кажется. Так, давай. Кармашки. Кармашки проходишь отлично. Отлично, да. Раскочегаривайся. Так, ну теперь чисто, знаешь, рандом, так сказать. На твоей сегодня стороне. Ну хотя рандом не на чьей стороне. А! О, понял. Базару ноль. Базару ноль. Уже полминуты прошло, ребят. Последний? Последний есть? Слушай, ты идешь на рекорд. Так, у Фани минута 17, правильно же я говорю? Да, да. То есть у тебя сейчас 53, 54, 55. Не, быстрее 56. А, жордочки, 59. Опасная. Минута. У меня машина уже в хлам разбита. Минута одна, минута три. Минута 4. Да ну! Минута 5. Бежай! Минута 6. Давай, твою мать! Минута 8. Я застрял. Минута 10. Минута 12. Слушай, у тебя еще есть время. 4, 3, 2, 1. Все, давай, давай, давай. Да, короче, так же, да, примерно? 18.63, короче. Минута 18. Секунду. Раз, два, три. Поехал! Поехал, поехал. Так, проходим. Ну, хумер так хумер. Давай, сейчас проходим. Ну, слушай. О, цепанул. Зацепился, да. Слушай, ну он очень медленный, он прям очень медленный. Давай, 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 давай. Так, тихо. Отлично. Нормально, два перелетел. Отлично, так, отлично. Нормально, слушай, пока идет хорошо. Да, ручничком подрабатываем, решат, подрабатываем ветряки. Сразу, короче. У Димона самый высокий клиренс. Да, о, здесь не вписался. Да ну, не вписался. И опять не вписался. О, да. 10 секунд, да, потерял примерно. Ну, уже 32 секунды прошло. Слушай, ну либо я сейчас бомбану. Не бомбанул. Так, ладно. Ладно, ребята, есть еще время. Давай. Сразу два прошел, правильно? Ну да. Так, получается, ребята, один и три. Давай. Еще я. Давай на последний ветряк. Так, давай. Отлично, все, прошел. Так, Давай. Минута уже прошла. Минута? Уже минута 0.7. Ё-моё, 10 секунд остается. Ладно, ребята, получается, ну нет. Мне кажется, все-таки да, на ветряках подкачал. Поспешил. Угу. Сколько-то? Уже 18 секунд. Ну все, короче, да. Понятно, ребята. Ладно. Как бы. Третье место. И кто у нас занимает? Получается, Фанни у нас занимает балл. Это второй балл. И че, отправились на какое-то испытание? А, нет, да, полетели. Ну че, ребята, прыжок с чили, да. Давай, Диман. На хумере своем. Я прыгаю, своем. И я надеюсь, что так. Я забрал бал, и у нас добыть. Не, малышку меня должна затащить. Так, ну так, не давай, в деревья. Вау. Слушай, я все, что ли, встал? Нет, бум, я... Спасибо, ты меня раскачал. Да, я встал, блин, за тебя. Ты не встал, ты еще едешь. А где Фань? Качусь. Ой, где Доня? Боже, я еще скатываюсь. Так, скатываешься? Доня, давай. Да. Давно пора, мы уже скатились, а тебя только ждем. Как это? Сцена из Титаника, знаешь, которая последняя. Фанни взорвался, кстати. Да ну. Да, так, а Дони где у нас? Ну я качусь еще, кстати. Так, ну слушай, я пока. Давай, ебу, я проехал. Ты проехал? Да макака встань, да. Тихо. Фаня! Он уже через меня. Я Фанни сбил. Так, я дальше еду, пацаны, тихо. Там огрызок мой еще катится. Огрызок? Я вижу, огрызок, он меня толкает иногда. Я еще еду, Камень, уйди, камень, нет, огрызок, что у тебя нет? Все, встал? Я еще чуть-чуть, не все, встал, дай за камни. Отлично, пацаны, получается, еще по баллам там у меня? О, огрызок, подожди, ты сам поехал, да? Все, отлично. Да, получается, ребята, по баллам у меня с Фанни по 2 балла, у Дони 1 балл. Это значит, что у нас с Фанни ничья за эту серию, и это круто. В общем, ребят, надеюсь, вам понравилась серия, она была максимально интересной. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Я желаю всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока. Пока-пока.